Говорит, за 24 часа. В буквальном смысле Новый год уже на носу. И, как правило, именно в это время всегда есть те, кто все уже успел подготовить, и те, кто в самом разгаре подготовки к Новому году. Давайте спросим у самарцев, с каким настроением они встречают 2022 год, и что, может быть, они все-таки надеются успеть за эти 24 часа. Отдать долги, купить подарки, закрыть отчеты, а еще попросить прощения и простить самому, избавиться от старых вещей и поблагодарить уходящее время за все. Принято считать, что новогодний бой курантов – идеальный миг для того, чтобы подвести черту под прошлым и обнулиться. И все это желательно с хорошим настроением. У меня много родственников и друзей, и я хочу успеть подарить им подарки, чтобы 31 числа уже быть спокойной. Сейчас закрываемся по работе, все, сейчас стараемся выполнить все госконтракты, там, потому что работаем на государственной структуре. Ну, мы готовимся к встрече главного праздника – Рождество Христово. Вот сейчас будут самые важные дни подготовки к этому. А сейчас как раз новым человеком идем решать последние приготовления, покупаем подарки, будем отмечать кругу семьи, познакомим молодого человека с моими родителями наконец-то. Вот вообще очень сильно люблю зиму, люблю Новый год. По оценкам психологов, причиной предновогоднего выгорания является одно – склонность откладывать все на последний день. Отсутствие планирования приводит к тому, что дела накапливаются и нарастают, как снежный ком, вид которого в итоге пугает и подводит к срыву. Впрочем, такое характеризует далеко не каждого. Все переделали в этом году. Все свершилось, все, что было задумано, все сделали. На следующий год новые планы будут, новые успехи, новые победы. Стремление навести порядок в жизни, используя для отправной точки Новый год, неплохая идея, подчеркивают психологи. Но главное не в ущерб внутреннему равновесию. Если не успели что-то сделать до боя курантов, не стоит отчаиваться, ведь в конце концов Новый год не конец света, и за ним последуют новые дни, каждый из которых отлично подойдет для начала именно вашей новой жизни. Тут главное ориентироваться не на гонку какую-то, да, действительно ничего страшного, если что-то вы не успели с чем-то проститься, да, и куда-то там, ну, построить свои цели какие-то будущие. Важно, чтобы вас окружали близкие и теплые отношения, люди, которых вы любите и с которыми вы здорово можете провести время. Поэтому слушать себя и выбирать там, где вам действительно вот этот день был, чтобы праздником именно для вас. Чтобы синдром предновогодней тревоги не испортил праздник, психологи советуют накануне отказаться от всякого планирования и позволить себе и домочадцам спонтанность. Надоели старые салаты? Сделайте новые. Устали думать о подарках? Подарите деньгами. Не ищите правильного формата и уберите оценки. И тогда праздник останется праздником, приятным временем непринужденного досуга в кругу любимых. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.